Самый лучший день для Григория Лепса. Вы в Америку все еще не въездной? Наверное, да. Я, наверное, уже никогда не буду летать в Соединенные Штаты. Думаю, что это запрет на всю оставшуюся жизнь. Неожиданно Минфин США исключил известного путиниста из санкционного списка. Санкции против Григория Лепса были введены в 2013 году. Тогда Минфин США заподозрил его в связях с международной преступной организацией Brother Cycle. Путинист, фигурирующий в документах как Григорий, по версии следствия занимался перевозкой денег для главаря преступного синдиката. Стремительный взлет карьеры Григория Викторовича Лепса произошел благодаря кругам, в которых он вращался. Эти круги, ну как бы, не надо быть каким-то заговорщиком или входить в масонскую ложу, чтобы понимать, что Лепс достаточно востребованная фигура среди криминальной аудитории. Поэтому с тем, что этот человек перевозил деньги, не совсем чистые, мягко говоря, был перевозчиком, да, как в голливудских фильмах, определенных, не совсем, мягко говоря, задекларированных денег, я этому совершенно не удивлен. Мало того, я думаю, что подобными вещами промышлял не только Григорий Викторович из звезд российской эстрады. Причины, по которым пропагандиста исключили из списка, не уточняются. С середины декабря прошлого года Григорий Лепс находится в списке санкций Европейского Союза. Также артист, поддерживающий кровавую войну, не въездной в Великобританию и Украину. Больничные палаты. Спасибо вам за вашу работу и ваш героизм. Надеюсь, все будет нормально. Вас за творческий, ваш подход и ваша поддержка. Огромное спасибо. Удачи. И Дом культуры оккупантов. Поет на деревянном, на скрипучем полу. Во время концерта снимает все на телефон и кричат: «Ля, пацаны, смотрите, я на концерте Лепса». Уважаемые актеры и артисты, не повторите его ошибок. Гастрольный график Лепса теперь расписан по местам, не столь привычным для артиста. Он озвучивает нарративы Кремля и поощряет диктаторский режим. Мы будем с вами всегда. К таким переменам в жизни он был готов еще 8 лет назад. Вас нету среди людей, которые подписали известное письмо в поддержку Владимира Путина. Если быть до конца честным, я его не подписывал только потому, что мне его никто не приносил. А если бы принесли? Наверняка бы подписал, потому что я гражданин своей страны. Я уважаю своего президента, и все, что он не делает, я считаю правильным. Все ради президента. А на этом видео «Двор в законе» Гриша Московский. И он признается, что разочарован в артисте, биография которого тесно связана с миром криминалитета. После того, как я увидел, что как ты там в больнице там раздавал эти, как его, автографы и дарил свои диски и говорил за какие-то слова нелепый героизм. Какой, о каком героизме ты говорил, когда они пошли убивать людей, которые живут у себя в стране, пришли их убивать и уничтожать, их дома ломать, детей их убивать, и жен насиловать, мародерничать там, и стариков убивать. И какой это героизм, Гриша, что ты наговорил там? Что у тебя, Гриша, денег не хватает? Или у тебя не хватает уважения? В моих глазах ты стал никем. Российские СМИ не раз выпускали программы о своем кумире. Мурка по 15 раз за вечер. Говорят, восхищенные крестные отцы заранее бронировали столики на Гришины дни. И цепи золотые его так дарили. Теперь российский исполнитель служит другому криминалитету – кремлевскому. И вполне возможно, что он вновь окажется в ближайшем списке санкций США за пособничество террористам на востоке Украины.